femminile. Дорогие друзья, представляем составы выигрывающей команды. Наши гости – команда «Алания», город Владикавказ, футболки красно-желтые. Начинаем в таком составе. Номер 16-й – вратарь Дмитрий Хомич. Номер 2-й – Ибрахим Гнану. Номер 24-й – Абдул Мамак. Номер 6-й – Кайта. Номер 20-й – Дакоста. Номер 3-й – капитан команды Алексей Мулдаров. Номер 18-й – Юлиан Ерхан. Номер 4-й – Юрий Кулешов. Номер 20-й – Ире Бисиши Элизе. Номер 25-й – Александр Васильев. Номер 17-й – Барут Семлер. Номер 17-й – Дмитрий Сесуев. Номер 23-й – Руслан Мухаммедшин. Главный тренер команды – Федор Анатольевич Щербаченко. Судейская бригада – главный судья, судья региональной категории – Алексей Яськов, город Москва. Помощники – ассистент ФИФА Владислав Хадеев, город Воронеж. Судья региональной категории – Андрей Глот, город Ярославль. Резервный судья матча, судья региональной категории Александр Егоров, город Саранск. Делегат матча, судья международной категории Владимир Павлович Овчинников, город Москва. Дорогие друзья, на сегодняшний матч прибыл глава Республики Мордовия Николай Иванович Вербушкин. Дорогие друзья, завершился матч в Новосибирске. Команда «Синий» Новосибирск со счетом 3-0 переиграла команду «Новочмин» в городе Владивосток.
открытое акционерное общество «Мордов Смерть» для поддержки нашей команды специально для болельщиков сегодняшнего матча предоставил 1000 звуковых труб. Вместе дружно поддержим Мордовию. Открытое акционерное общество «Мордов Смерть» учредило специальные ценные призы для лучших игроков сегодняшнего матча. Компания «Мордов Смерть» желает нашей команде только победы. Вперед, Мордовия, болеем за наших! Дорогие друзья, официальные речи матча, предоставленные компанией Astra Sport, эксклюзивным дистрибьютором английской торговой марки Майтра в России. Компания Майтра является ведущим мировым разработчиком и производителем.